30-50, Сормовский 30-48. На связи 50-й. А, забыл сказать, вот со мной рядом идет прямо 30-54, вот мы второй раз с ним. В прошлый раз мы шли, грубо говоря, от Кипра практически, от Кипра вместе шли до Ростова на Дону, он возил, что я в Ростов. И сейчас вот он идет в Ростов, я иду в этот рейс. Идем рядом, ну, в принципе, тогда вот он меня здесь в Эгейском море обогнал, потом почему-то я его в Азовском обогнал. А сейчас идем, я его потихонечку догоняю, но разница где-то в 0,1 узла. А во второй раз 54 месте идем. Все, понял. Ну, в прошлый раз Саша как раз расходился, там разница, правда, все по 2 бывает между вами, или 3. А потом, ну, ты говорил, перед Ростовом его обошел. Ну, а с ним не разговаривал, у него пока с этим с расходом, с нормативами укладывается, нет? Я в прошлый раз его обогнал на этом, он на, в этом, как его, в Стамбуле вставал на рейде в этот, ну, воду что ли брал, что-то такое. Мы с ним практически одновременно зашли, вышли, он тут чуть-чуть впереди меня был, вот, и я его потом обогнал в Азовском море. А так, нет, там СЗРП капитан сидит, то есть он такой какой-то, я его вызывал два раза, он что-то там бу-бу, что-то ничего не говорит, в общем, я так их больше не вызываю. Ну, в прошлый раз, когда я вот, говорю, с вами встречался, сначала с ним поговорил, ничего, пообщался, общительный мужик. А потом уже с тобой общались. Вроде рассказывал мне, ничего, не отзываю. И, ну, короче, поговорили, все нормально было. Я не знаю, я вызывал его и тогда тоже вызывал, вот тогда как раз он что-то там как-то это. Я его сначала докричаться не мог, потом, в общем, сывом только вот вызвал. Я же на УКВ рядом шли. А вот, и вот сейчас... Okay, so maybe I'm not supposed to understand what they're saying. So I gotta listen for the plus, I guess. Is it a bird? Is it a plane? No, it's, I think, a lens flare bug.
вертушка. И вторая раскладушка. К одной центральная жила, к другой кран. Все это ставится на кирпичики и вдувается туда киловатта 2. И все напуганы, понимаешь, так хохлы работают там у себя в частном секторе. Avax is also there, that's cool. 103, yeah, okay. Yeah, that 270 knots calculated airspeed is wrong. I've been going with 300 knots and I still be 30 seconds late. See? 2 minutes 50 to arrive at the waypoint and at 6:02:30:40. So that means I'll be 30 seconds late. 42 actually. Sun is almost up, that's nice, we'll be attacking at sun up. Not sure if it's gonna help us or not, I mean me especially, because I can't see shit at night, but I also can regularly miss targets visually, so maybe twilight is what I need.
Alright. Pull up, pull up. Here comes the cavalry. Okay. Прошел ППМ 2 на 2000. 235. Захожу с северо-запада. Атакую ЗРК от ориентира 149. Удаление 190. ПВО подавлено. Трипл сотни пятый. Понял. 110-му выход на цель. Переходите на второй канал. 110-й принял. Второй канал. Целень 12. 110-й на подходе. Прием. 110-й, дорогой. Как я рад тебя слышать. Для начала развели шилки. Она возле торца взлета, ближе к воде. Здесь еще стрела есть, осторожно.
Altitude, altitude. Pull up, pull up. 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 Altitude, altitude. Thank you, sir. Pull up, pull up.
Pull up, pull up. Pull up, pull up. Внимательно. Восточный край взлетки, дальний от моря, возле рулежки дом двухэтажный. Там охрана засела, человек 8, есть гранатометы. Сбрось на этот дом что-нибудь тяжелое. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Thank you.
Это рвануло. Нету больше дома.
Whoops! Задача выполнена. Аэродром под нашим контролем. Работайте с посадкой на Батуми. 110-й принял. Посадка.
Altitude, altitude. Oh, I know, because I shot the Hummer on the runway, so that's basically the reason why he didn't let me land, because he thought that this is an airplane taking off or landing currently. Okay. This has been mission number 12, and hopefully 13 will be as easy. Well, except for the game crash once, but that's it. See you in the next one.